На очередном пленарном заседании Общественной палаты Ивановской области выбирали нового председателя. Состав работал с декабря прошлого года под руководством Юрия Смирнова. Месяц назад действующий председатель был избран депутатом Госдумы и теперь должен сложить полномочия. На высший пост палаты выдвинули Марину Дмитриеву. На посту председателя, если будет на то ваше решение, я вижу свою роль прежде всего в том, чтобы создавать условия для того, чтобы продолжались и развивались заявленные проекты и инициативы. Губернатор Павел Коньков отметил, к мнению представителей палаты власть всегда прислушивается. Марина Дмитриева, как педагог и ректор Института развития образования Ивановской области, имеет большой опыт и общественной, и административной работы. Ее кандидатуру поддержали единогласно. Я считаю, что Общественная палата и преемника выбрала вполне достойного. У Марины Венеровны Дмитриевой колоссальный опыт. Пользуется она безусловным авторитетом в самых различных органах государственной власти, на что является, на мой взгляд, необходимым условием работы Общественной палаты и в целом. В заключении заседания обсудили вопрос численности Общественной палаты. По федеральной инициативе количество членов совещательного органа необходимо сокращать. Ивановцы, наоборот, предлагают состав расширить с 21 человека, прописанного в региональном законе, до 30. Изменения, если таковые и будут, коснутся будущего состава Общественной палаты. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.